О том, что соли и курительные смеси под названием «Spice» – проблема, которую нужно решать срочно, заговорили в этом году. Катализатором процесса по их запрету стали смерти сотен людей. Причем летальный исход наступал нередко после приема первой дозы зелья. Несколько смертельных случаев были зафиксированы и в Краснодаре. В Сочи, говорят медики, благодаря активной антинаркотической кампании и своевременному медицинскому вмешательству трагедии удалось избежать. Последние месяцы по распоряжению администрации города в кинотеатрах перед каждым киносеансом показывают специальные ролики о вреде спайса. Проходят и антинаркотические молодежные акции. Вам необходимо вместе с руководителем управления образования, вместе с главным наркологом города в обязательном порядке побывать на встречах со всеми студентами, со всей молодежью и откровенно, как это мы делали в Сочинском университете, провести беседу. Уверен я и в том, что необходимо будет вести разговоры и в школах среди старшеклассников. По распоряжению главы города все зафиксированные случаи приема сочинцами спайса или солей рассматривают на специальной комиссии, созданной при администрации Сочи. А с этого месяца на заседании будут приглашать родителей подростков, которые употребляли наркотики, а также руководителей вузов и школ, где учатся наркоманы.